Во всех муниципальных библиотеках курорта сегодня были оформлены выставки, посвященные творчеству великого классика. Были открыты и поэтические площадки, которые собрали поклонников Александра Сергеевича, и жителей Анапы, и гостей, отдыхающих со всех уголков России. Сотрудники библиотек рассказали об интересных фактах из жизни и творчества солнца русской поэзии. И, конечно, украшением литературного праздника стало чтение стихов. Вы улыбнетесь, мне отрада, вы отвернетесь. Мне тоска. Лично мне захотелось сказать сегодня о том, что такое Пушкин-патриот, Пушкин-гражданин. Для меня это его позиция гражданская, как и для многих, я надеюсь, людей, выражена лучше всего в письме, которое он написал в 1836 году своему старшему современнику Петру Чаадаеву. Это письмо заканчивается чудесными строками, где он говорит, что ничего он не хотел бы в жизни, как жить в России, родиться в России, гордиться Россией. Это здорово.